Телеканал 24 ДОК и журнал «Русский репортер» представляют. В настоящее время не существует никаких практических препятствий для создания полноценного каталога всех человеческих знаний, идей и достижений. Мы создаем не поисковую систему, а искусственный интеллект. Концепция всемирного мозга заключалась в том, что он предназначен наблюдать за людьми. Кто бы не хотел, чтобы все знания мира были доступны всем на планете. Машины Google Street View собирали больше, чем просто фотографии для своих датабаз. Речь идет о серьезной компании, которая совершает незаконные действия в таком объеме, что они начинают казаться законными. Вопрос в том, чего нам это будет стоить. А бесплатных обедов не бывает. Google и всемирный мозг. 19 июня в 23:00 на 24 ДОК.